Что там сердце, что там сердце растревожено, словно ветром тронула струну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. Начинает ровно-ровно все концерты и все выступления. Это концертный зал консерватории. Вот, остальные все всегда с задержкой начинают. Я очень люблю вот этот момент, когда вот, непонятно, что делать. Есть такие как бы разогревочные песни, но это... Значит, что будет сегодня? Что будет сегодня? Сегодня я рискнул сделать следующую вещь. У меня накопилось какое-то количество новых песен, которые, кроме как у костра, я нигде не пел. Еще ни разу со сцены не пел. Хочется с вами поделиться. Есть какое-то количество песен, которые вы хорошо знаете, которые я тоже, в принципе, со сцены не пел. И это совершенно как бы не бардовский концерт, не авторский такой. Потому что когда начинал что-то такое петь, мне говорили, да не надо, у тебя это не получается. Я стал петь, вроде как стало получаться. Потом меня черт дернул несколько лет назад начать писать стихи. Мне сказали, да не надо, у тебя так хороший исполнитель, зачем тебе свои песни писать? Ерунда, брось, да не надо. Теперь вроде слушают и даже с удовольствием. Вот. А тут я еще решил начать петь. Бардовская же песня, она такая, это разговорная песня. Вот, диалог такой, бла-бла-бла, немножко поговорить, пошепелявить. А я решил себя немножко вокалиста поизображать. Заодно вспомнить старые хорошие песни, ностальгия такая. Слышно, как скрипит перышко слегка.
никогда не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ссоры без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Первая любовь, снег на провода, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Вот такие песни были. А следующее, что интересно происходит в этой жизни, то, что выяснилось, что у Антонова, оказывается, интернет помогает информацию находить, не только вот эта помойка и всякую ерунду там, но и полезную информацию. И узнаешь удивительные вещи, кто вдруг авторы каких-то песен, которые народными считались, возникают. В частности, для меня было откровением, что очень много песен, даже, наверное, большинство песен Антонова написано на слова других людей. Вот. А одна из самых первых песен, которую сделали известным Антонова, она написана на слова Ирины Безладновой изначально. А тогда Антонов в поющих гитарах играл, и вот Ирина, она была работницей Ленконцерта, неравнодушная к Антонову какое-то время. Вот. И это, наверное, единственное было ее творение такое поэтическое, известное. Она вообще писала прозу, уехала за границу с мужем потом. Антонову показалось, что эти А куда мы потерялись? А чего такое? У меня техника умерла. Интересно. Вот, я первый раз еще выпендриваюсь с какой-то техникой, пытаюсь немножко так автоматизироваться, чтобы в разных залах по-одинаковому звучать. Так вот, Антонову показалось, что двух куплетов мало, и третий куплет один из гитаристов «Добрых молодцев» дописал. Но когда первый раз эта песня исполнялась поющими гитарами, что ж такое? А можно я электричество? Ребята, я на секундочку попробую. Что-то я не знаю, может быть, батарейка. Будем надеяться, что справится это. Неуловимо каждый день.
проходишь мимо, а я повторяю вновь и вновь. Не убирай любовь, не убирай любовь, не убирай любовь. Если пристаю не ты, взглянула бы, и улыбка на миг мелькнула, но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, а я повторяю вновь и вновь. Не убирай любовь, не убирай любовь, не убирай любовь. Но я верю, что день настанет, и в глазах твоих лед растает. Что тебе я нужен, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Следующая песня, мне вот как раз из серии новых песен. Я очень полюбил ездить в Белоруссию. Удивительное какое-то ощущение. Приезжаешь туда, и непонятно из-за чего, но как-то вот тепло и хорошо. Может, потому что много чистого. Может, потому что еще что-то. Не знаю. Но очень хорошо там, тем более, что очень много друзей теплых, любимых. Ней находится. И год назад я услышал от девушки, от одной минской, песню очень интересную. Я даже спросил автора, но тут же его, естественно, забыл, и приехав в Питер, совершенно эта песня забылась. В этом мае опять вечером у костра, значит, я услышал эту самую песню, еще раз выяснил автора, записал на видео девушку. И эта песня выяснилась не только меня одного, въелась я неделю, пока я ее не выучил, в общем, я не успокоился. Вот. Я, естественно, переслушал этого автора целиком. И вот я начну немножко с другой песни. Это по-белорусски Змитер Войцушкевич. Такой не очень известный композитор белорусский. Не очень известный, но не очень широко выпускаемый на сцену, потому что он как бы какой-то такой оппозиционер. Лукашенко. Вот. Но в последнее время стали его пускать. Бездны в очей.
поцелуй руки, люльку добрых снов. И до грузей и суметов припадаю, и гину в полыме, и помираю. Босгаз, снега, говно, яно. Что мне до тысячи ночных светил? В дорожном марани обсгаслым солнцем ночным оком гляжу твою в оконце. Яно за 300 миль, яно былым житті. Слова понятны, не надо ничего говорить, то перед второй песней, которая меня вот закусила, на самом деле, я так до конца ее прочувствовал, все-таки после того, как я понял некоторые, точное значение некоторых слов. Колыханка, достаточно известное такое слово белорусское, это колыбельное. И колыхать, соответственно, это да, поюкивать, укачивать. А вот второе слово, оно в такие фонетические аллюзии с русскими словами возникает. Залюляю. Вот, Булаков такой, залюляю. Вот, любовь — это кахание, на самом деле. Вот, а залюляю — это совершенно другое, это от слова люлька. Это тоже укачивать. Такие вот были привезены песенки из Беларуси.
А дальше небольшое такое странное отступление тоже. Песня известная. Но в этом году у меня что-то закусило с горами. Я на майске уехал в Лагомаке, там по горам ходил, в Архызе, и понял, что эта болезнь теперь надолго. И, естественно, «Коль горы» сразу вспомнилась. Я спросил тебя, зачем идете в горы, а ты к вершине шла. Ты рвалась в бой, ведь Эльбруса с самолета видно здорово. Но засмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкой лаской альпинисткой, скалолазком. Я первый раз меня из трещины вытаскивая улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ух, какая же ты близкая и ласковая альпинистка, мальчик, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении ты почему-то ко мне недоверчивая страховала ты меня с наслаждением, альпинистка моя, гутоперчивая. Ух, какая ж ты не близкая, не ласковая альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по пропастям выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уж мне и рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: у, какая ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Были мы с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. Вот, а еще одну новую песню я хотел показать уже как бы свою, но для того, чтобы она не выглядела так мрачно и соответствовала моей диалектической сущности, когда я сегодня говорю одно, а завтра другое, я решил еще и предыдущую песню вспомнить, для того, чтобы ее уравновесить разностью выводов. Причем вот эта старенькая песня меня удивила. Совершенно неожиданно на концертах какие-то вещи происходят. В Краснодаре я когда выступал, после концерта подходит женщина и говорит: большое спасибо. Я, говорит, теперь знаю, что своим ученикам говорить. Я так напрягся, думал, интересно, что же. А песен-то там много всяких разных было, и хорошие еще были, там чужие были песни. Вот. Она говорит: вот я теперь знаю, зачем нужно сказки читать. Мы на разных распяли себя в простынях, увлажненной зрачков, в разных прячем подушках. И ты знаешь, открылось мне сердце на днях. Глупо верить мотору, но верим послушно. И ты знаешь, открылось мне сердце на днях. Глупо верить насосу, но верим послушно. Мы на разных проспектах старухи земли протоптали мечтания, иллюзий маршруты, повседневности быт, там следы замели, юбилеи слепят приговором салютов, повседневность года, все следы замели, юбилеи.
мишурою салюта. Если верить в судьбу, в неизбежности встреч, если сдачу с надежды в себе сохранили, знаком свыше поменьше, дружище беречь, ведь от сказок родятся красивые были, знаком свыше, дружище, поменьше беречь, и от сказок родятся счастливые были. Расставшись с одной женщиной, встретив другую в лице Полины Виардо, написал вот это стихотворение. Вроде как о том, но посвятил этой. Стихотворение услышали бравые братья-гусары, которые не только воевали, пили шампанское, но были галантны, были воспитаны, танцевали, писали музыку, писали тоже сами стихи. Вот. И по поводу этой песни, конечно, там куча всяких историй, долго исследовали. Одно хорошо в плане композитора всегда указывалась одна фамилия – Аббас. Но какой Аббас, это было непонятно. Потому что было три брата Аббаса, гусары, которые как раз моду среди гусар ввели на цыганщину. Очень любили цыганские романсы и сам тоже в таком стиле писали. У одного из них была жена, которая с подругой тоже Юлия и Варвара Аббас. Пять Аббасов, в общем, могли быть авторами. Но на самом деле был третий Аббас, мой пятый, шестой, да, Эрнест. И на его могиле как раз музыкальная фраза из этой песни. И теперь как бы закреплено все-таки авторство за ним. Я немножко потом ее разбавлю
все-таки мы живем в 20 веке. Утро тьмамое, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь разлуку с улыбкою странной. Задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно, так нежно ловимые, первые встречи, последние встречи тихого голоса. Следующая песня считается народной. Ну, как говорится, ничего она не народная. Тоже Гусар написал. Кстати, удивительно, вот этот самый Николай Веревкин написал еще песню, которая тоже стала народной, но слова тоже почти очень совпадают, но народные песни происходят со словами метаморфоза. В частности, в 31-м году он написал песню «После учения». Там такие слова: «С командиром хватом любо, братцы, жить». Понятно, да? Вот оттуда пошла «Любо, братцы, любо». Вот. А вот эта песня, она тоже вот этим Веревкиным написана. Тоже в середине позапрошлого уже столетия. Черный ворон, что ты вьешься над моею головой? Thank you.
приди в мою сторонку, скажи маменьке моей, ей скажи, моей любезной, что за родину я пал. Отнеси платок кровавый к милой клюшке моей, ей скажи, она свободна, я женился там на другой. Кольна стрела венчала нас среди битвы роковой, и вижу, смерть моя приходит, черный ворон, я не твой. Вижу, смерть моя приходит, черный ворон, если я твой. Телефонов в черной рамке. Тучнеет книжка записная. Для нового страничек жалко, для прошлого едва хватает. Диетами воспоминаний листы и сопли с именами, а в памяти девчата, парни с еще живыми голосами. Не гаджет. Вывести попробуй на полку адреса из книжки. Костлявая, косой, без злобы нас в рамки ставит часто, часто слишком. Мало под ними, с удач мы
овчарке. Черт с ними, за столом сидим, поем, пляшем под ними. Эту чашу за детей наших и скинем с головы. Переводил, но он много переводил всех этих восточных поэтов, в том числе и Расула Гамзатова, в том числе Джурабли, те же самые. И вот эта песня на музыку Оскара Фельдсбурга. Фрэнкина, я его года четыре ее слушал, думаю, надо выучить.
И наконец-то в этом году вдруг оно свершилось. Наверное, все должно в свое время происходить. Все прыгаешь, Хил, как делишки, где был, с кем пил. И, наверное, спросил, ты все прыгаешь, Хил, как делишки, где был, с кем пил. Отец бы ответил так, как трактуешь отца, сопляк. Впрочем, что с тебя взять, заходи там пожрать. Ты ж, небось, без копья опять. Впрочем, что с тебя взять, заходи, дам пожрать. Ты ж опять без копья опять. И пришел бы я в дом к отцу, он бы мне разогрел супцу, и из высохших шпрот сделал бы бутерброд. И сказал бы, да весь проглот, и из высохших шпрот сделал бы бутерброд, и сказал, да весь проглот. Я бы все смолотил, смолол, и сказал бы, ну я пошел. А супец был хорош, отец был, ну что ж, жрать захочешь, опять придешь. А супец был хорош, отец бы, ну что ж, жрать захочешь, опять придешь. Я бы вышел к урну, дымку, был бы март или апрель в соку, и мотался б сковорец по березе кривой. Если был бы отец живой, и мотался б сковорец по березе кривой. Давно очень известную, очень такой забавный уже старик из города Винницы, из Украины, Анатолий Секретарев. Дай надежду ему.
жизни. Ты река глубока, пожалей старика. Начала ты с Гесиоды, а потом следы помады оставляла на невинных, превращала в геростратов славу ищущих в руинах. Приходила ты незвано, целовала ты без спросу всех и даже бесталанных, оставляя голых, босых. Как последний шизофреник я сумел тебя сконфузить и оставил тебе денег, как Гетери, а не музыка. Не ищите во мне поэта, я фигляр, я жонглер словами. Я люблю рассуждать про это и про то писать вечерами. Легче в тряпочку, безопасней, не надсадишь напрасно горло. Прозверей сочиняй басть, Бога в свой путаю счет. Только что-то скребется слева, только что-то комочком в горле. Не стремился всегда быть первым, что, наверное, неверно в корне. Но за пару заветных строчек, что острее любого кинжала, что загадочней многоточек, бесу душу продать не жалко. Песней, которая для меня открытием произошла. Раньше, как и многие из вас, в первую очередь, конечно, это Марина Капура, эту песню в ее исполнении все слышали и знают. Но когда я первый раз, мне попались слова Рубцова 2 года назад «Горница». И когда я прочитал его как текст, я понял, что я всю жизнь слушал не то. Не то, ну вот не то, красивый голос Капура, какие-то слова, мама там что-то носит, еще что-то такое, там, лодка, ну, великолепная, такая красивая песня. А когда читаешь слова, во-первых, понимаешь, что песня, конечно, абсолютно мужская, так же, как и Рубцов. И потом начинаешь открывать разные смыслы. Дело в том, что Рубцов же рано лишился матери в 6 лет, в детдоме потом воспитывался. Потом эта загадочная история с единственной фотографией матери, которая исчезла, и
дополнит ее образом. Аллюзия к определенным таким моментам, как приснившаяся женщина с водой, она как бы к смерти располагает. В деревнях очень часто кладбище на противоположном берегу реки строили, на лодке перевозили людей. Вот эти воспоминания, детские воспоминания красных цветов, которые за домом росли и так далее. В общем, все это, когда у меня сложилось, понятно, что я не знаю, о чем, и никто не знает, о чем писал Рубцов, но для меня это сложилось в определенную такую картину, и было совершенно понятно, что и горницы уже нет, и матушки нет. Песня не о том. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, у меня вот эта горница, она, не знаю, насколько мне удалось донести,
сплелась немножко еще с очень известной песней, но там действительно весь этот трагизм уже связан с тем, что и само стихотворение написано было практически перед самой смертью трагической, а сам роман, правда, 20 лет спустя был написан. Thank you.
раны, перелистывая дни. Мчит мятежный странник сквозь холодные огни. Зимой, а потом уйти домой, и коснется чуть дыша. Если ты хранишь в ночи встречный маячок свечи, если ты хранишь в ночи встречный маячок свечи, по бездомным весям, по бездомным городам, ничего не веся, одинокие года. Осень реку покрыла своим стрекозиным крылом, и на комьях земли появились зрачки слюдяные, и собаки стоят на кургане, и как неравные смотрят вскользь, озирают зрачки с поджатым хвостом. Где последний кузнечик безумную очередь бьет остывшим камням, помешанием пустой паутины. Я тревожно брожу и веду нескончаемый счет всем потерям земли, в первый раз так открыто любимый. Жгут листву, и под ноги мне стелется медленный дым. Летит электричка, отпрянет с тропинки сорока, и на все
все в ощущение уже подступившей беды. Я был часто один, но мне не было так одиноко. Выбью двери ногой, но не сразу войду в этот дом, где на всем еще эхо былого веселья и смеха. Разожгу самовар, поиграю с приблудным котом, соберу чемодан и пойму, что мне некуда ехать. И еще один страшный эксперимент. Я давно пытаюсь собрать, и не складывается, я как-то по жизни устроен так, что не тороплю события, они, наверное, должны когда-то прийти в свое время. У меня давно есть задумка сделать новый спектакль по творчеству Евгения Клячкина, не просто концерт с его песнями, а именно моноспектакль. Даже есть четкое название, четкое понимание сути этого спектакля, и называется уже еще, хотя не готов, называется он «Недопризнанность». И окончательной какой-то точкой, чтобы сдвинуться с мертвой точки, было наличие в моем репертуаре вот именно вот этой песни, до которой у меня никак не доходили руки, которую я сейчас попытаюсь все-таки изобразить. Пчелка, будто до него и правда ни секунда, а года. Безразличный примем вид, или лучше беззаботно, но подумаешь на повесть. Мой вагон до начала.
как-то быстро все пропето, даже ахнуть не успел. Ведь казалось на роман, но по крайней мере повесть. 8 строчек, 2 куплета. Это все, что было. Спел. Так зачем цепочку рвать? Спасибо большое. Я должен сказать спасибо еще вот почему. Я не знаю, почему так происходит в Питере. Обычно, когда я на сцене оказываюсь, мне почему-то начинается страшно сильно колбасить. Сегодня тоже, да, колбасил. Причем в других местах как-то вот нету такого, чтобы уж совсем. А в Питере постоянно это, и казалось бы, песню, которую я перед концертом там раз 30-40 пропел, я начинаю со страшной силой лажать на сцене. Может быть, не всегда это из зала слышно. Вот. А сегодня у меня почему-то такого нет. Поэтому спасибо вам большое. Попросили военные. У нас есть человек, который поисковыми работами занимается. И сегодня мы на такой лирической ноте тему не затронули. Я наверное попробую вспомнить песню Владимира Кочина на стихе Леонида Филатова. Что же это был за народ? Что же это был за поход? И не доброты в этот год на планете был недород. Если б не в полях воронье, я б решил, что это вранье. Я бы, переживший войну, так и не поверил в нее. Не поймет ни сын мой, ни внук, как же это сразу и вдруг население целой страны выродилось в бешеных сук. Детям не поставишь вину, что они играют в войну, что под словом немец всегда подразумеваешь страну. Как же мне теперь объяснить горьким пацанятам своим, что не убивали людей братья по фамилии Грим? Если вдруг чума, то дома все-таки на прежних местах. Если люди сходят с ума, все-таки не все и не так. Так что же это был за поход? Что же это был за народ? Или жизнь и смерть в этот год понимались наоборот? Если б не в полях воронье, я б решил, что это вранье. Я бы, переживший войну, так и не поверил в нее. Ну, давай до утра успеть. Васильевского спой. Серега. Слушай, а что мы хотим завершить вообще? А может, я скажу? Да. Не пальцуйте, пожалуйста.
листьев по небу. Многие ветви подняты, как руки у тебя. Все-таки на работу. Вот, поэтому я, да, я вставать лучше из-за стола с легким чувством голода. Еще раз большое спасибо, что вы пришли, и надеюсь до новых встреч. Спасибо.